Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами вновь дворец детского юношеского творчества Всеволожского района, проект «Мои каникулы онлайн» и преподаватель по шахматам Смирнов Станислав. У нас с вами сегодня 12-е завершающее занятие. Мы рассмотрим тему «Сквозной удар». И сегодня мы с вами запланируем на понедельник, 29 июня, 2 часа дня, итоговую конференцию в системе Zoom. Вот тут на нее будет ссылочка в презентации. В конце я ее еще включу. И ссылку дам в комментариях к ролику. Напомню, что это будет 29 июня конференция 2020 года в 2 часа дня. В ссылке это еще все будет написано. Значит, мы с вами поговорим о итогах нашего июньского курса «Мои каникулы онлайн» и проведем на сайте ЛИЧЕС небольшой турнир. Ну а сейчас давайте перейдем к теме нашего занятия. Это сквозной удар. Что же такое сквозной удар? Это тактический прием, при котором дальнобойная фигура. Ну, к дальнобойным фигурам, как мы помним, относятся ферзь, ладья и слон. Нападает на расположенные последовательно на одной вертикали, горизонтали или диагонали, ну, на одной линии, другими словами, две фигуры соперника. Ну, здесь может быть две фигуры соперника, может быть и больше, три, может быть, четыре, может быть, с теорией. Ну, как правило, в основном две. Три – это, конечно, уже редкость, что стояли на одной линии, на них нападали. Ну, вот давайте посмотрим на примере. Вот такая позиция. У черных явный материальный перевес, у них ферзь за слона и пешку белых. Но неудачно расположенные на одной линии король и ферзь попали под удар слона. И слон как бы насквозь пробивает у диагональ, шахует короля. Ну, понятно, что сейчас хоть черных. Король вынужден будет куда-то отступить, после чего неизбежно погибнет ферзь. И здесь победят, конечно же, белые. То есть вот он такой самый простейший пример сквозного удара. Вот она, дальнобойная фигура, о которой говорится определение. И вот они, две фигуры. Первая фигура, которая попала под удар, и вторая фигура. Ну, две, естественно, более ценных фигуры. Или, может быть, вторая фигура и менее ценная, но незащищенная. И в итоге сквозного удара, как правило, кто-то теряется. Одна из фигур и сторона, которая нанесла сквозной удар, она приобретает материальное преимущество. Давайте рассмотрим следующий пример. В нем ход черных. Ну, традиционно постарайтесь нажать на паузу и найти самостоятельно правильное решение. Теперь давайте проанализируем ситуацию на доске. Мы видим материальное равенство. Позиция практически симметричная. У сторон по легкой, по тяжелой фигуре и по две пешки. Но белые фигуры несколько неудачно расположились. Под боем находится слон на g5, под боем ладьи. Ну, он, конечно, защищен королем, стоящим на f4, но за счет того, что обе фигуры находятся на диагонали, черный c1, h6, и король и слон, и у черных есть чернопольный слон, у них получается провести вот этот тактический прием в этой позиции, сквозной удар. Они ходят слоном на d2, атакуют при этом короля, король вынужден куда-то отступить, ну, например, на f3. После чего следует взятие слона, причем как ладьей могут побить слона, так и слоном могут побить слона. И черные здесь остаются с перевесом в легкую фигуру. Вот перевес, конечно же, достаточен для победы. Давайте разберем следующую позицию. В ней ход белых. Постарайтесь нажать на паузу и найти правильное решение. Ну и давайте перейдем к анализу происходящего на доске. Мы видим материальное равенство. С одной стороны тут стоит батарея из ферзя и слона, смотрящая на h2. Но пункт h2 надежно прикрыт конем и королем. Две фигуры атакуют, две фигуры защищают. Этого вполне достаточно. И давайте попробуем найти возможность применения здесь за белых сквозного удара. Ну, ищем фигуры, стоящие на одной линии. Понятно, по восьмой линии стоят фигуры, но туда белым никак не вторгнуться. Еще по диагонали h2, b8 стоят.
фигуры. Но слон, конечно, имеет возможность пойти на f4, но его там просто съедят. И еще фигуры стоят черные по диагонали а3, f8. Как раз стоят две тяжелые фигуры. Наиболее интересно, конечно, наиболее интересен диагональный удар слоном, потому что обычно вертикали и горизонтали просматриваются сразу, а увидеть возможность вот этого вот удара по диагонали так быстро не представляется. Тут надо иметь определенный опыт, определенное, как это называется в шахматах, комбинационное зрение. И здесь белые могут ходом слон b4 атаковать ферзя, а за ферзем стоит ладья. Ферзь будет вынужден куда-то отступить, например, на g6. И слон побьет ладью, после чего белые получат перевес в качество, воспользовавшись сквозным ударом. Следующей позиции ход белых. Постарайтесь самостоятельно найти правильное решение. Ну и давайте посмотрим, что тут происходит на доске. Мы видим материальное равенство. По 5 пешек у сторон, по тяжелой фигуре, по 2 легких фигуры. Но минусом позиции черных является то, что на одной диагонали расположены слон и король. На малой диагонали h6, f8. А белая ладья уже смогла проникнуть на восьмую горизонталь. Слон тут находится в лагере черных на e7. И белые наносят сквозной удар ходом. Слон f8 шах. Теперь король вынужден отступить, например, на f6. После чего слон забирается и черные остаются без легкой фигуры, без слона. Тут уже перевес у белых очевиден в этой позиции. Следующей позиции ход белых. Я думаю, никому не составит труда найти правильное решение. Но тем не менее, давайте посмотрим на ситуацию на доске. У белых материальный перевес две пешки. У черных достаточно далеко продвинута пешка С. Уже на третьей горизонтали ход сейчас белых. И они ходят ладья b1, наносят сквозной удар. Ладья в данном случае дальнобойная фигура и... Первая фигура – король, вторая фигура – ферзь. Король здесь будет вынужден отступить, после чего будет съеден ферзь. Будет съеден ферзь. На самом деле даже тут рекомендуется... Да нет, ничего других рекомендаций нет. Конечно, лучше, чем ферзя. Другого варианта нет, как съесть ферзя. Ну, дальше, может быть, походить. Вперед тут пешка, но ее, конечно, задерживают. Ее задерживают, шахи начнутся и... Черные, конечно, здесь проиграют. И еще один пример сквозного удара. Здесь ход черных. Постарайтесь сами найти правильное решение. Здесь уже удар дальнобойной фигурой по вертикали. Обратите внимание, ферзь ходит на e5. Позиции небольшой перевес материальный белых. Ферзь нападает на короля, король вынужден куда-то отступить, например, на d2, после чего теряется ладья. Даже шахом ферзь ее бьет, и он защищен еще ладьей с h1. Король придется куда-то дальше отходить. И таким образом черные получают перевес в одну тяжелую фигуру, перевес в ладью. Давайте посмотрим следующую позицию. Тут эндшпиль, окончание ладейное. У белых перевес в одну пешку, но ход здесь черных. Опять же, старайтесь сами найти решение правильное. Тренироваться надо обязательно по всем видам тактических приемов, тактических ударов. И в том числе по сквозному удару. Казалось бы, он не такой сложный, но тем не менее, бывает, шахматисты играют в блиц, или в рапиде, или даже в классических шахматах остается мало времени, поэтому... Правильные решения, связанные с тактическими приемами, надо находить моментально. И здесь, казалось бы, будь ход белых, они бы пошли ладья e8, король бы ушел на g7, потом ладья g8, поставили бы себе ферзя, и уже была бы победа. Но здесь ход черных, и несмотря на далеко продвинутую пешку, ладья находится
на предпоследней горизонтали, на седьмой она под ударом короля. Белый король ее пока что защищает, но следует шах ладью на Е1. Белый король будет вынужден отойти, после чего ладья гибнет, следом гибнет и пешка, и черный уже ладью и королем здесь поставит мат. Следующая позиция у нас под белых. И здесь черные имеют преимущество двух слонов. Белые имеют суммарный перевес в одну пешку, отдаленную проходную. Под боем находится ладья белая. И обычно преимущество двух слонов является очень опасным оружием у того, кто им владеет. В данном случае неудачно расположенные слоны оказались слабостью позиции черных, и белые смогли ходом ладья b4 провести сквозной удар на обоих слонов, потому что ни один из них не защищен. Теперь на отступление одного из слонов, какого-то или белопольного слона, или чернопольного, будет съеден второй слон. И тут уже белый получит решающий перевес, достаточно для победы. В следующем примере ход черных. Казалось бы, белые фигуры достаточно компактно расположены в центре, и ферзь, и король. Но провести сквозной удар черным помогает неудачно расположившийся белый конь, отставший от своих наступательных порядков остальных фигур. На f1 он задержался, и вместе с конем на вертикале f оказался и король белый. Белых, конечно, бы сейчас устроил размен ферзей, но здесь последовал за черных ход ферзь f8 шах. Закрыться не получается, потому что пешка атакует это поле. Король вынужден отступить, после чего черные съедают белого коня и получают перевес уже в легкую фигуру. Конечно, белые смогут отыграть пешку, но тут уже серия шахов приведет черных к победе в этой партии. В этой позиции у нас ход белых. Опять же, стараемся самостоятельно найти решение. И на первый взгляд, черные имеют серьезный материальный перевес, который вроде бы должен оказаться решающим. У них лишняя пешка, лишняя легкая фигура, лишний слон. Но обратите внимание на необычное расположение черного короля в центре. Он вместе со своей крепостью, обычно такое расположение где-то в углу происходит, король на g8, и пешки так стоят, f7, g6, h7. А здесь он вместе с крепостью выдвинулся в центр доски, и сзади он никем не прикрыт. Обычно при такой конфигурации сзади он прикрыт краем доски, а здесь он никем не прикрыт, чем и пользуются белые. Еще один существенный минус, то что король и ферзь черные расположены по белой диагонали, h7, b1, и в данный момент ферзя защищает только король. Если ферзь окажется под боем, и король будет вынужден уйти с f5, то ферзь будет съеден. Безвозвратно, без компенсации. Что и последовало. Король, ферзь дает шаг королю на h7. Король вынужден отступить на f6. Других вариантов нету. После чего бьется ферзь на e4. Тут, конечно, есть еще возможность отыграть ладью. Но, тем не менее, перевес белых уже становится существенным. Из проигранной позиции белые уж как минимум ничью здесь получат. А? И, в принципе, даже будут бороться за победу. В следующем примере у нас ход белых. Белые, без того имеющие достаточно серьезный материальный перевес. Две пешки. Черные могли бы рассчитывать на какую-то ничью. Возможно, вечным шахом, делая ферзем шах. Но неудачно расположились их главные фигуры. Ферзь и король находятся на одной большой диагонали, далеко друг от друга. Чем пользуются белые? Белые делают шаг на h8. Король вынужден куда-то отступить, например, на e6. После чего следует взятие ферзя, ну и тут уже безоговорочная победа белых скоро последует. Следующая позиция под черных. Старайтесь сами найти правильное решение. И здесь мы видим
перевес материальный белых в одну пешку, и пешка уже продвинута до шестой горизонтали. Казалось бы, ее поддерживают и король рядом с пешкой, и ладья тут на восьмой, не стоит на восьмой горизонтали. Но неудачно расположились король и ладья, они расположились на одной вертикали, и ладья находится без защиты. Чем и воспользовались черные, они делают шах на g3, после чего король вынужден отойти, и гибнет ладья. Пешки дальше уже не суждено прорваться. Пешка будет заблокирована. Движение пешки, например, сюда отойдет король, и уже подходит вот таким образом король. Пешка будет съедена. И здесь, конечно, черные побеждают в этой позиции. Следующая позиция у нас снова у черных. Идут при решении, постарайтесь найти два решения. Тут есть два решения. Следующую подсказку дам, что одно решение связано со сквозным ударом, а другое связано с двойным ударом. Ну, давайте теперь приступим к анализу позиции. В принципе, здесь белые играют только без одной пешки, потому что за ферзя у них ладья, слон и пешка. Ну, по оценке Личеса даже это может быть как материальное равенство. Там ферзь 9 пешек оценивает сайт Личес. И что же здесь следует? А следствием того, что неудачно расположились король и слон белых. Слон отбился от общей массы фигуры, находится тут на краю доски незащищенный. Следует шах. Король попадает под шах, вынужден куда-то отступить, после чего гибнет слон. После чего слон гибнет. Ну и второй вариант, это мы первый рассмотрели со сквозным ударом, а второй вариант с двойным ударом может походить ферзь на e6. Король будет отойти, и точно так же гибнет слон. Уже перевес черных тут достаточен для победы. Ну и давайте перейдем к анализу последней позиции. Здесь ход черных. Старайтесь найти самостоятельно выигрышное продолжение. Ну и посмотрим, что же происходит на доске. На доске мы видим разгромленный черным ферзем королевский фланг белых. Черный уже имеет перевес 2 пешки. Казалось бы, белых может сколько-то спасти ход ладья g1 с последующим взятием на g7. Но сейчас ход черных исследует диагональный сквозной удар. Слон идет на g4. Пешка не закрыться, потому что будет шах. Короля единственное отступление на d2. После чего следует взятие ферзя. Конечно, компенсацию в виде слона получают черные за ферзя. Но этого, естественно, недостаточно. Позиция черных здесь уже сильна, они имеют решающий перевес. Но если исходить из начальной позиции, то, конечно, и в ней перевес черных, даже несмотря на наличие вот этого сквозного удара. Но, тем не менее, нам интересна вот эта тактическая возможность проведения здесь. Ну, на ноте, на вот этом вот этапе мы завершаем курс шахмат в рамках программы Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района. Проект был «Мои каникулы онлайн». Давайте вспомним еще раз, что сквозной удар – это тактический прием, при котором дальнобойная фигура ферзь, ладья или слон у нас относится к дальнобойным фигурам, нападает на расположенные последовательно на одной вертикали, горизонтали или диагонали, ну то есть расположены на одной линии, две фигуры соперника. Ну, бывает три фигуры соперника, четыре уже, конечно, очень большая редкость. Ну, еще раз напоминаю, что премьера вот этого видео выходит 26 июня, пятницу, а в понедельник, 29 июня, у нас состоится заключительная конференция. Вот информация для подключения к конференции. Она еще будет выложена к ролику. Ссылочка вот эта, чтобы по ней можно было перейти, потому что тут перейти нельзя будет, просто ее только если набирать. Также, кому надо, я могу отправить по электронной почте, напишите письмо, вот указана моя почта, ultrastaz@yandex.ru, можно задавать по ней интересующие вас вопросы, я на все вопросы отвечу.
Ну и еще раз напомню, что с вами был Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района, проект «Мои каникулы онлайн». Мы с вами отзанимались 12 занятий, 12 роликов вы посмотрели. Можете периодически их включать, вспоминать тактические приемы, которые мы изучали, освежать в памяти задачи. Желаю всем шахматистам дальнейшего творческого шахматного роста, побольше спортивных успехов. С вами был Смирнов Станислав. Спасибо за внимание и всего хорошего.